Работы по сносу 45-квартирного общежития по улице Водопьянова в Шымкенте идут днем и ночью. Часть уцелевшей мебели жители успели вывести. Оставшуюся выносят сами строители. За этим высоким ограждением ломают стены ветхого строения. Спецтехника. Пыль стоит столбом. Пожар в общежитии 1935 года постройки произошел в начале июня. В то раннее утро жители еще спали крепким сном. Лишь по счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал. А вот одноэтажное строение полностью пришло в негодность. Мы вот с ребенком на улице остались. По поручению акима Шымкента была создана специальная комиссия. Ветхое общежитие решили снести. Это общежитие очень старое и пришло в негодность после пожара. Решение было принято снести старое здание и построить на его месте новый многоквартирный дом за счет инвесторов. Инвестора уже нашли. Сейчас проводится ознакомление с землей и с документами на его законность. По заверению заместителя акима Абайского района, строительство жилого дома начнется сразу после сноса старого. Что касается самих местных жителей, то 45 семей получат в новом доме ключи от новых квартир. Сейчас они временно проживают у родственников. Когда новый объект сдадут в эксплуатацию и жители смогут справить новоселье, точно неизвестно. Вопрос остается открытым.